Так, наш ореховый питомник. Весь мир делится на две большие, весь мир людей, человеческой расы, делится на две большие группы. Тех, кто хорошо очень думает, и тех, кто пускай не хорошо, но действует. Тех, кто делает. Ну, почему не хорошо? Иногда хорошо, иногда не очень, но делает. А в наше время в выигрыше всегда остается тот, кто, или по-другому, точнее будет, что любое действие сегодня лучше, чем самый безупречный план на завтра. Вот, ореховая питомник такой. И здесь два сорта ореха. Вот, два сорта ореха, хороших ореха, сортовых. Выращиваем их в природе. Конечно, это все можно сделать в помещении, в горшочках и так дальше. Дорастить их до 2-метрового размера. Потом высадить их в открытый грунт. И если будет такая зима, как в прошлом году, 3 месяца от минус 15 до минус 25, весной будет вот такое. Вот, видите? Вот такое. 2-метровый саженец, но это самосев. Он не выдержал. И вот корень остался живой и пошло по новой. Вот такое может ожидать, если мы возьмем орехи из искусственных условий. Значит, путем природного отбора орехи с мощной приспособленностью к внешней среде, с хорошей корневой системой. То, что будет здесь выживать, что погибнет, то погибнет, что выживет, значит, то выживет. Теперь, вот, ну, было бы, опять же таки, здесь климат довольно-таки северный и прохладный. В этом году, именно когда цвели орехи, были заморозки, вымерзло все. В этом году, в этом пространстве, это, скажем так, Волынская область, ну, почти Полесье, тут 30 километров до Белоруссии. В общем, вымерзли все орехи. В этом году вообще орехов в этом регионе не будет. Ну, может быть, там исключить, но в этом году не будет. Значит, вот там посажено. Здесь, как вы понимаете, ну, по внешнему виду видно, что здесь никто не проживает. То есть, тут осталось такое место. И на этом месте, ну, тут уже начали вот такую определенную селекцию. Вот видим, вот здесь орех, та же самая история. Но орех растет, надо вообще отметить, вот видите, вот здесь вот эта часть, это один год, он вымерз, пустил сбоку еще росточек, и в природных условиях он должен здесь, мы не будем его снимать с места, не будем никуда пересаживать, и если все пойдет хорошо, то он должен здесь прижиться. На определенном расстоянии здесь опять же таки вот орех, вот он, та же самая история, растет сам по себе, прижившись, не будем мы его пересаживать, я думаю, что все пойдет хорошо. Идем дальше. Территории, как вы сами понимаете, здесь хватает. Вот это все тут лесочки такие мы заводим, но потом эти все лесочки будут почищены и останутся одни орехи. Это способ выращивания леса по-шведски, можно так сказать. То есть шведы вот так выращивают. У них вот такая глушь, и эта глушь где-то лет через 5 подчищается, остается только то, что нужно, а все остальное зачищается под ноль. Самое интересное, что они даже не убирают вот эти ветки, которые, они просто их сваливают на землю. Они не дают, не позволяют расти сильно сорнякам и защищают молодые деревья, создают тень. И деревья растут тоненькие, длинные. Потом, когда это все сгнивает, солнце попадает на эти деревья, и они быстренько становятся, идут в толщину, и очень быстро вырастает промышленный лес. Здесь вот
Вот тоже орешек. Это немножко другой сорт. У него другая форма листьев. Он не овальный, а вот такой вот зазубринками, как у клена, что-то такое. Вот, это немножко другой сорт. Вот опять же здесь. Сделана посадка в разных местах. Ну, вы сами понимаете, территория такая, что здесь никто не живет. И велика вероятность, что, ну, я не думаю, что уже все прям так выдергают. Но есть вероятность того, что когда узнают, что здесь растут саженцы ореха, то, само собой, их могут и повыдергивать понемногу. Ну, в смысле, повыкапывать. Здесь, тут я садил по 4-5 штук, что приживется, что выкопается. Обязательно из 4 штук, как говорит статистика, что-то должно произрасти. Ну и уже планируется так, чтобы их не снимать с этого места. Здесь они должны расти. То есть территории вот здесь, до того дома, им будет хватать. Или даже можно вот там, где пенек, и вот там, где дерево, там можно будет еще по одному. То есть здесь полностью планируется ореховый сад. Ну и... к слову, тем сейчас множество людей, у которых пооставались, скажем, дома, оставались земли. Ну, мое личное мнение, можно все продавать. Можно продать дом, мотоцикл, автомобиль, органы, у кого есть лишние. Но вот единственное, чего продавать нельзя, это нельзя продавать землю. Ее можно только приобретать. Приобретать у тех, кому она не нужна. Вот. Вот почему, зачем ореховый палисадник, вот этот наш инкубатор, скажем так, к чему он? Вот посмотрите, вот пожалуйста. Здесь приблизительно, ну почти где-то до гектара земли. И это все, как вы поняли, находится рядом с домом. Ну вот эти строения, это соседей. Вот. Ну и там вот, там дорога перед вот этим голубым заборчиком. И там ограда, и вот эта вся территория, вот это все. Фактически осталось, ну осталось больше, тут никто ничего не выращивает. И понемногу здесь планируется красивый фактически ореховый сад. Ну и не без этого. Зачем ореховый? Потому что орех очень ценная древесина, красивая. Это раз. Потому что орехи очень ценный и пользующийся большим спросом продукт, который покупается в любых формах. То есть чище само ядро, потом орехи просто, орехи нечищенные. Ну и это все... это все хороший фактор. Здесь планируется вот, ну немного тут будет березы, ну будет такой лес, и не без этого. Хотелось бы, чтобы он здесь был. Береза хорошее дерево, оно хорошо само по себе засевается, очень хорошо растет. Через 5 лет будем проводить здесь чистку. Когда деревья подрастут, вот эта вся зелень под ней просто заглушится, ее здесь не будет. Ну, будет как в лесу. Интересный момент вот здесь. Тут мы подошли уже непосредственно к грибоводству. То есть, там на грибном канале, какое это все отношение имеет к грибоводству. А грибоводство это имеет вот такое отношение. Вот здесь вот это, можно сказать, такие микоризные грибы, как с красными шапками подосиновики. И они бывают красные. У нас называют их красноголовцы, потому что на них красная шапка, красная голова. И... другой вид это подосиновики или бабки у нас их здесь называют, те, что коричневые. Тоже близкий родственник вот этого красного подосиновика. Вот, вот эти все деревья, они фактически вот являются микоризными. Осенью я хочу несколько... здесь осенью просто сами по себе растут грибы. И осенью несколько деревьев я хочу забрать к себе на другую территорию. И чтобы там вот присадить несколько микоризных вот этих, это тополь, по-моему. Да, это тополь, по-моему, здесь растет. Вот. И непосредственно уже о грибах, что хотелось бы сказать. Вот тут довольно приличное такое пространство. Что нужно было бы отметить о грибах? Орехи. Орехи
является непосредственно очень хорошим материалом для выращивания трюфеля. Трюфеля, понимаете, трюфеля. Это все вырастет не так-то быстро, саженцы есть, и когда они в свое время хорошо подрастут, раздобудем хороший, качественный, где-то французский мицелий трюфеля, и вот будем здесь заниматься именно селекцией. Селекцией микоризных грибов. То есть подосиновик у нас там уже есть. Здесь береза. Это пойдет на, значит, на белые грибы. В лесу мы будем находить то, что растет под березами, белые грибы. Будем прививать их на березу. И, само собой, орехи будем экспериментировать с трюфелями. И то же самое, вот видите, здесь вот такие дубы есть. Вот там такой уже довольно-таки приличный. И самой это дубовые боровики. И здесь будем также селекционировать вот это все. Садик здесь пока стоит. Это будут дрова для разных там целей. Костра, мангала и всего остального, чтобы не скучно было здесь заниматься нам грибной селекцией. Ну и еще хотел показать. Вот я разбросал по территории. Это опять же таки, ну вот приблизительно, смотрите, вот наочно. Значит, орехи я выращиваю из ядра ореха и самих орехов. Вот здесь закопано. Порядка здесь около 100 штук. Можно видеть. Вот это все завалено, чтобы здесь какая-то живность. И у людей меньше было интереса, они хорошо здесь произрастают, это листья осыпаются, и орех прекрасно растет. То есть через год можно уже оценить результаты. И вот здесь уже по территории, это надо будет уже саженцы где-то пересаживать, а здесь по территории, если пройтись, то фактически везде, везде уже под каждым деревом уже запланировано. Вот видите, здесь орехи. Вот там прикопано, вот здесь орехи тоже прикопано. И вот эти все яблони, они уже никому здесь не нужны, вот этот сад. Ну, а здесь пока ничего не делал, там нужно производить чистку. Тут мы видим вот такую интересную, какую-то грибную тоже тему, какая-то штука. Что-то там выросло. Здесь это все уже не нужно. Ну, просто времени не было здесь провести полноценную чистку. Ну и вот шведы, еще раз вернусь, вот они специфически, и ясно, здесь будут елки. Ну какой же лес без ели, без сосны? То есть обязательно здесь будут еще елки. Вот, и шведы выращивают, значит, древесину. Вот здесь семенная береза. Что означает семенная? Вот большая береза, которая в период цветения, она засевает просто березу, ну, по территории она здесь, эта береза растет как трава. И вот шведы таким образом оставляют несколько больших берез или тополей, или одно, или другое. Они просто сами по себе самосевом очень сильно засевают территорию. И в этом, допустим, какой-то плантации после чистки, после уборки леса, они высаживают саженцы, например, ели. Ну, шведы в основном ель выращивают. И эти саженцы, ну, несколько лет им надо, пока они там подрастают. И за это время береза засевает эту всю плантацию просто своими ростками. И когда приходишь вот на шведский участок леса, смотришь на него, это просто березовая глушь. Настолько березовая глушь. Там вот эта береза, она просто как трава, высотой где-то метров в 3. И все просто один-один в расстоянии там 20 сантиметров между березами растет. Вот это береза и ельник, то есть ель. Ее засевают очень много. И через 5 лет вот это все дело, значит, берется триммер хороший, мощный. И идет, и вот эта вся береза просто под корень зачищается полностью, 100%. Вся береза, которая выросла, все, что береза, все вырубается под ноль и ложится между этими елками. На расстоянии вытянутых рук взрослого человека остаются только ели. И через приблизительно, по-моему, или через 7, или через 10 лет проходит вторая чистка. Между стволами ели должно быть 10 метров.
тогда ель вырастает. В чем суть вот этой всего мероприятия? Чтобы ель была длинная и ровная, как мачты. Вот, что добивается вот этим посадкой. Потому что маленькие деревья ели, они растут намного медленнее, чем береза. И они тянутся к солнцу. Они растут тоненькие, длинные и ровненькие, ровненькие, как струны. И потом, если березу убрать, завалить вот это все внизу, дать тень, чтобы не вырастала и не глушила ни трава, ни что другое, то вот эти тоненькие ели, они быстренько превращаются в полноценные, длинные, стройные деревья, которые потом идут на продажу. В Швеции огромнейшее количество, в Швеции там, в принципе, все частная собственность, там где там заборов никто не ставит, но если ты едешь где-то в лесу, никогда ни один швед не возьмет даже после чистки леса какую-то елку или какую-то что-то там себе на Новый год, хотя это все валяется, никому не нужно, и никто бы за это... Но просто так не принято, потому что все кому-то где-то что-то принадлежит. То есть каждый лес, каждое дерево – это чье-то. И там вообще не принято. У них заборы не строят, там не принято. Просто если это не твое, то и нечего туда лазить. Вот такая у нас эпопея. Так что тот, кто не знал, что делать с землей, просто нету ни возможности, ни желания ничем другим здесь заниматься, да, и нету ни надобности, ни смысла в этом всем. А тут как у солдата. Солдат спит, служба идет. Вот идет время. Незаметно оно идет, и довольно-таки быстро сейчас оно стремительно как-то все идет. Проходит год, другой, это самое, ты даже не заметил, а тут оказывается у тебя ореховый сад, красивый лес. Посредине вот здесь будет стоять домик небольшой, где можно переночевать с пристроенной сауной. Какой-то срубчик, который можно будет построить даже из этих деревьев, которые здесь вырастут. Вот, и довольно-таки все будет... Все будет классно. И эта территория не будет вот так просто загромождаться и вот превращаться в какой-то пустырь или так дальше. А здесь будет полезная тема. Я так думаю, здесь можно разместить деревьев. Ну, мне так кажется, штук с 50 это точно. Ореха имеется в виду. Ну, а 50 орехов, если дадут урожай, то я думаю, будет довольно-таки приличное вот это все дело. И на этом я иду собираться, потому что сегодня уже последний день, много тут работы, в общем, было, тут и отдых, и, в общем, очень много полезных дел пришлось сделать. Иду собираться ехать дальше. А с вами был Макс Селлер на канале Funny Mushroom School. Следите за каналом, буду рассказывать много еще о грибах. Начинается осенью новый сезон грибной, будут опять какие-то новые темы, новые изыскания. Будем строить новую камеру, паровую машину, об этом всем будем рассказывать. И, ну и выращивать грибной сад. До следующих встреч на канале Funny Mushroom School.